Он это самое, он если что на улице, ну спутник, я имею в виду, ничего страшного. Он гуляет по улице у вас? А? По улице ходит, гуляет у вас? Ну дома вообще-то. То есть я ему, его можно освободить, чтобы он просто спрыгнул сам? Ну да. А, все, все, не вопрос. Да, только у него хвост, подожди, это такая, может быть, из-за того, что он молодой, он еще никак не сообразит. Он даже устал уже орать. Мы его палкой-то из всего истерзали. Сейчас мы с ним немножечко в контакт вводим. Он вообще добрый, нет? Ну, в общем-то, домашний такой. Домашний, ну, хорошо. Ему год всего, он еще глупый. Дурачок. Он уже устал уже орать. Вот так орал. Там кончик хвоста у него в расщелине. Сейчас, сынок, подожди. Не ругайся. Ты мой хороший. На, подержи. Ой, сняли, да? Ой, Мать, мне не причитай, ёпта. У нас тут еще три кошки, они за него переживают. Давай, сынок, куда ты влез? Давай, малыш, он растерялся. Понимает пиздюк, что выручает его. Его нужно мне, потому что он только со мной. Он напугался. Не ругайся. Не бойся, не ругайся. Я сейчас поверну, ходи. Такой молодец. А тут я, например, и ногу поднять так не могу на эти лисички. А хозяин, пожалуйста, вообще. Ой, хозяин.